Александр Твардовский. Рассказ танкиста. Был трудный бой, все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить, из тысячи лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый, из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком он примостился. Столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, она вон там, в саду. Да где же, где? А дайте, я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетверем. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь, и с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в жирный, рыхлый чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть, от дома к дому шел большой пожар. И помню, сказал: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче, как с просонку, и только не могу себе простить, из тысячи лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить.